Всем привет! Вы на канале Pars Wool. Сегодня поговорим о красивой пряже Gazal Unicorn. Прекрасная пряжа секционного ручного окрашивания. Пряжа смотана в пасмы. Для того, чтобы продуктивно с пасмой работать, нам надо перемотать ее вот в такой моточек. Можно сделать это вручную или при помощи моталки для пряжи. В пасме на 100 грамм 197 метров. В составе 100% мериносовая шерсть супервош. Производитель рекомендует спицы номер 6 для работы. Мы будем вязать вот такой простой красивый узор. Я вяжу его на спицах номер 5. В палитре пряжи очень красивые цвета. Посмотрите на эти оттенки. Мой цвет 1338. Пряжа очень красиво ложится и в лицевой глади. Пряжа самостоятельная. Узоров никаких особо не требует. Мы будем вязать вот такой простой ажурный узорчик. Для узора набираем четное количество петель. Пряжа наша слабой скрутки. Секции не длинные. Присутствует небольшой ворс. Пряжа очень мягкая, нежная. Подойдет как для шапок аксессуаров, так и для плечевых изделий. Радует натуральный состав и красивые цвета. Первый ряд узора. Начинаем подсчет с изнаночного ряда. В изнаночном ряду все петли провязываем лицевыми. Нам надо провязать 3 ряда лицевыми петлями. Первый ряд изнаночный. Все петли во всех рядах вяжем лицевыми за передние стенки. Кромочная и изнаночная. Во втором ряду кромочную снимаем и также провязываем все петли лицевыми. Довязали ряд. Разворачиваемся. Третий ряд, тоже все петли вяжем лицевыми. Четвертый ряд провязываем следующим образом. Кромочную снимаем, делаем накид, 2 петли провязываем вместе лицевой. Снова накид, 2 вместе лицевой. Накид, 2 петли вместе. Таким образом довязываем ряд до конца. Накид, 2 вместе. Это четвертый ряд узора. Далее узор будем повторять с первого ряда на нужную нам высоту. 3 ряда лицевыми и 1 ряд с накидами. Простой, интересный, красивый узор, который преобразит любое ваше изделие. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе!